Всем привет, дорогие друзья! Мы сейчас находимся в квартире под названием «Скала». Сегодня мы поговорим с вами о том, кто из вас смог бы делать вот такие же ремонты. То есть я вам сейчас расскажу, как сначала и как до конца проходит вообще весь процесс. Посмотрите, какой фартук. Прямо идет от столешницы кухни в потолочек. Квартира вся черная, темная. Здесь скала делается. Такая декоративочка. Все аккуратно выкрашивается. Теневой потолочек, подсветочки. Здесь вот такая вот кладовая. Посмотрите, какой цвет. Но это надо вживую видеть, как он вообще смотрится дорого. Здесь темная ванная. Тоже вот здесь будет зеркало. Здесь делается скала. Посмотрите, как классно. Впендюрится раковинка. Огонь вообще. Тут у нас душевая кабиночка. Вот такой объект. Вот такие объекты люди делают у нас абсолютно ранее, не имевшие никакого отношения к ремонту. Мы просто даем написанную инструкцию, которая позволяет как маленькому мальчику или девочке по шагам вот так идти и приходить вот к такому результату. Но, конечно же, с помощью наставника. Мы предлагаем вам вступить в нашу семью, точнее попробовать вступить в нашу семью, быть боссом, пройти отбор нашей службы безопасности, пройти ряд тестов, заданий и попробовать к нам попасть. Там уже решение, видите, какой светильник. Решение, оп, упал, сейчас поднимем. Решение принимается уже всей компанией. Посмотрите, вот такой вот будет в итоге тут проект. Видите? Сейчас в Москве, в Краснодаре, в Ростове, в Санкт-Петербурге очень-очень-очень много заявок. Есть уже готовые объекты, которые можно пройти обучение и сразу начинать. То есть как проходит обучение? Есть теория и сразу с теории в практику. Начинать поэтапно, прям вот по самому-самому. От А, в общем, от А начинать. Это демонтаж. Это электрика, это сантехника, возведение стен. Ну, идет ремонт и заканчивается вот такой вот темой. Вот такие все ремонты, которые вы видите, люди делают у нас ранее, без опыта в этом деле. Если честно, тут ничего такого сложного нету. Главное быть настойчивым, быть педантом и следовать инструкции. Не бежать вперед собственного визга, как говорил учитель по истории в школе. Радиатор, посмотрите, какой крутой. Кто хочет из вас ознакомиться с презентациями, с пройти задание, то есть узнать максимум подробнее обо всем, переходите по ссылке. Вот здесь вот эта группа, чат в Telegram. Там скоро будет, выйдет информация, кому написать, чтобы получить подробную информацию в службе безопасности. Москва, Ростов, Краснодар, Санкт-Петербург. Встречайте. Давайте, пишите, кто оттуда, ребята, также девушки, женщины. То есть тут нету, не обязательно, что это прям только мужчина. Нет, если вы женщина, если вы педант, любите творить, любите, когда вот на ваших глазах преображается, постоянно искать какие-то нововведения, где-то что-то улучшить, усовершенствовать, либо найти косячок, то это для вас подходит. Посмотрите, какое разделение идет. То для вас подходит. Самое главное, то, что есть идеология, есть борьба за качество и за эстетику. Это самое главное. Если бы этого не было, то смысл было бы вообще заниматься ремонтом. Здесь у нас прячется холодильник. Оп, видите, как классно. Все незаметно, заподлицо, стенка. Вот оно. Классно. Все, давайте, ребятки. Обняли, целуем. Вам счастливой жизни и богатой жизни.